Привет, привет. Мы продолжаем проходить Serious Sam 2. Итак, мы пройдем немножко сюда, чтобы появились враги. Вот, например, этот вертолет. Пусть у него попугайчика. И он почему-то никогда не взрывается с первого раза. Поэтому мы этому ему немножко поможем. Далее здесь появятся дикари. Пока я их постреляю. Но, когда придут большие ребята, я, пожалуй, пойду к новенькой турели. Вот как раз сейчас. А, вот она, новенькая, интересная, энергетическая турель, которая делает вот такие страшные вещи. Прекрасно. Ну и, собственно, мы здесь отбиваемся от этой атаки. Танки еще приезжают ненадолго, но пытаются. Носороги. По бокам тоже надо смотреть, они любят подходить сзади. Хотя, пока вы в турели, они больше атакуют аватарчиков, чем нас. В этом месте мы практически неуязвимы. Ой. Можно, конечно, я обычно здесь не использую эту турель, но когда я прохожу игру одним сегментом, то есть не с чистого старта тут банально не хватит снарядов вроде... Ого, секундочку. Банально не хватит снарядов вроде гранат, ракет и так далее. И да, приходится пользоваться этой турелью. Так, здесь есть один странный секрет. Мы нажимаем вот на этот рычаг и... Нас бьет молния. Не знаю, к чему это, но разумеется. Здесь таких два, на самом деле. Итак, мы идем вот сюда. Вроде как опциональная зона. Слышим плач ребенка. Там кого-то обижают. Да, здесь сокровища, насколько я помню, но мало ли. Да? Мы не допустим того, чтобы дети убежали. Сломаем ящик, чтобы получить аптечку. И если мы успокоим малыша, то он подарит нам дополнительную жизнь. Не то чтобы полезно, но спасибо. А также здесь появятся вот такие летающие тарелки, которые весьма классные. И мы продолжаем уже на такой технике разносить все вокруг. Здесь также волна вертолетов и танков. Так, вот еще один. И это должно быть... А, нет. Парочка. О, это далеко не все. Нет, вроде разобрались. Вот здесь за этими камнями лежат секретные боеприпасы. Появляется вертолет после того, как мы их подберем. И танк тоже.
Так, мы почти закончили с этим двором. Нам нужно вот в эти вот ворота. Но к ним нужен ключ, который лежит вот здесь. Но аккуратнее. Это ловушка. Не страшная, но все-таки. Особенно если транспортом не пользовался. Но здесь открывается еще одна особенность летающей тарелки. Вот это вот. Благодаря лезвиям всех можно резать. Это довольно забавно. Ну да ладно. Мы идем сюда. Здесь нас встречает мужик. Мы говорим ему привет и проходим дальше. Так. Я выходим вот сюда. Готовим попугая. Потому что здесь будет неожиданный альбинос. Но попугай и пара ракет, да, должно хватить. Пускаем ракеты туда, чтобы остановить футболистов. Пока мы это делаем, заходим в этот дворик и берем усиление. И справляемся с этой волной без особого труда. Немного гранат тоже. Там вдали турель. И еще одна. Переключимся на узер и стреляем, пока действует усиление. Он тут тоже. Замечательно. А еще один. Там еще турель. Используем усиление максимально эффективно. Далее здесь собачки. И должен быть еще один йети, альбинос. Думаю, уже три ракеты понадобилось. Ну, замечательно. Прошло относительно безболезненно. Итак, мы заходим вот за эти вот строения и здесь умножитель очков, который я бы, конечно, не брал, но он считается секретом, поэтому приходится. Итак, мы идем вот к тому строению. Здесь есть небольшой платформинг. Все, можно пройти без особого труда. И далее мы снова выйдем наружу. Статуи почему-то окрашивают прицел. Ладно. Итак, здесь я предпочитаю сразу пускать несколько попугайчиков, чтобы они уничтожили турели и остановили первую волну врагов. Ну, а дальше мы просто... Ой. Дальше мы просто стреляем из ракетницы. Благо, ракеты прекрасно справляются с футболистами. Итак. Все вроде вот. За вот этим зданием располагается еще один секрет. Немного брони и сокровища. И появляются несколько врагов. Это вот шары и турели. Странно, турели не обращают на нас внимания. Ну да ладно. Итак, вот в этом дворике есть броня. Мы ее берем и быстренько выпрыгиваем. Чтобы... Секунду. Я, кажется, не задел... Да, теперь задел триггер. Быстренько выпрыгиваем, уничтожаем эту турель. Нами собака должна убежать. Вот это вот. И того дикаря мы тоже пришлепнем, потому что почему бы и нет.
И здесь есть еще немного брони. Благо ничего не случится, если мы ее подберем. Еще немного врагов. Итак, мы пройдем сначала вот сюда. Здесь появится несколько турелей. Тут же мы можем взять броню. Ну и разумеется, здесь есть еще один секрет. Замечательно. Ну а секрет это, собственно, баскетбольное кольцо. Я его пропустил на первом уровне, потому что оно давало только очки. Собственно, бесполезно. Однако здесь я бы еще попадал. Да, это надолго. Да, ну что там. Так, ладно, это было плохо. Ну давай. Наконец-то. И это дает нам пушку. Знаменитую пушку из серии СМ. Но не может не радовать. А, он пригодится здесь. Берем здесь здоровье и боеприпасы. Появляются два вертолета, с которыми прекрасно справятся наши попугайчики. Попугайчики камикадзе. Итак, проходим дальше. Здесь происходит вот это. Уничтожим турели снайперской винтовки. Далее здесь будет вертолет. И берем пушку, чтобы уничтожить и эти. Далее расстреливаем вот этих вот кубов. Вроде все. Вот здесь вот с этой стороны храма располагается секрет. Благо куриц убивать не надо в этом случае. И по какой-то причине, если пройти вон туда, также появятся секретные предметы. Но осторожно, это ловушка. На этот раз более серьезная. Но благо у нас есть пушка. Помимо этих гигантов появляются еще турели. Аккуратненько их выцепим вот таким вот образом. Ай. Я немножко позанимаюсь вандализмом, чтобы обзор был получше. И вот здесь будет очень хороший бой. Прям в стиле, классических стилей СМ. То есть мы отстреливаем камикадзе. Переключаемся на пушку, чтобы пострелять от этих ребят. Переключаемся на ракетницу, чтобы стрелять мужиков. Замечательный, энергичный бой. Так, пушка. Ну и все. Так, здесь есть... секунду. Это вот на этом камне. А, да. Рычаг. Который...
Да, бьет нас молнией снова. Странная штука. И, собственно, есть способ сделать этот бой гораздо легче. Вот. Если вы плохо стреляете, можете пройти сюда, и здесь появляется вот эта вот штука. Но, да, можно, конечно, вот этой вещью повоевать. Это сделает вещи гораздо проще. Но мне слишком нравится этот бой, чтобы таким образом его упрощать. Ну ладно, здесь еще одна секция платформинга. Ничего сложного. Никаких там платформ на таймере. Они просто выдвигаются, когда мы прыгаем на те, что перед ними, и все. Итак, это последняя арена. Также немножко вандализма для обзора. Нас уже тут встречают. Вот там турелька. Итак, весь смысл этой арены в том, чтобы нам нужно собрать 4 особых объекта, чтобы пройти вот те ворота. О, привет. Пройти вот эти ворота. Секундочку. Я, очевидно, задел какой-то триггер. Да, собственно, нам нужно туда. Нам нужно собрать 4 особых объекта, чтобы нас туда пустили. Но это не ключи. Не. Это бананы. Угу. Ну да ладно, мы берем этот. Появляется одинокий камикадзе. Большой дикарь. Ну и, собственно, вертолеты. Там, по-моему, еще один дикарь должен быть. Да. Здесь будет много вертолетов. Итак, здесь лежит броня, но когда мы к ней подойдем, появится вот этот чувак. Наставим ее на потом. Может быть, пригодится. Кто знает. Итак, здесь второй банан. Так, еще должен быть вертолет, насколько я помню. И, по-моему, их 2. Что за раз? Две попугайчика. В смысле? Он увернулся. Ой-ой-ой. Да, они иногда уклоняются от попугаев. О. Ой. Ладно, вот и пригодилась броня. Пожалуй, использую снайперку для вот этого. Карик еще. Возьму здесь здоровье, пока он там определяется, куда бы ему полететь. Было немного неуклюже, но работу мы сделали. Еще один вертолет. Там турельки. Я бы мог использовать попугая, конечно, последнего для этого, но я его берегу на случай, если будут, скажем так, другие враги вместе с вертолетами. А так пока один вертолет единственный, можно на него и отвлечься. Здесь есть секрет, между прочим. И когда мы его ждем, появляются вот эти вот ребята. Итак. Мы пойдем вот...
Я возьму боеприпасы, потому что в рюкзаке, по идее, должны быть попугаи. Да. Они могут пригодиться. Так. Это все? Окей. Берем третий банан. И... ага. Еще вертолет. Да ну что там. И... все. Но мы далеко не уходим, потому что вот здесь есть довольно неочевидный секрет. Да, вот это вот. Я, честно говоря, не представляю, как его должно найти без страдания фигней и просто шарения по карте, но разумеется. Но это все секреты, тем не менее. Ну, с другой стороны, какой это был, 2006 год, у меня тогда времени было побольше. Так, четвертый банан. Здесь тоже ничего сложного, просто можно спамить ракетами. Ну и на этом все. Просто выходим с уровня. Да, вот такой вот, на мой взгляд, потрясающий уровень для Serious M2, по крайней мере. Он правда классный, он, я считаю, один из лучших в игре, в принципе. Безостановочный практически экшен, постоянно что-то происходит. Я даже, по-моему, я довольно мало говорил, просто потому что здесь нечего особенно обсуждать. Нужно просто идти и... убивайся, что движется. Действительно, уровень прям в классическом стиле Serious M. Ну и к тому же крайне разнообразный. То есть вот тебе секция с турелью. Надоела турель, вот тебе транспорт. Надоел транспорт, вот выходишь вот, коридорчики, где на тебя как старые добрые прут враги, и ты от них отбиваешься, там берешь селение, там секреты интересные. Там, пожалуй, кроме этого сундука за камнями и... двух секретов с молниями, которые я, честно говоря, не понимаю. Но, тем не менее. Замечательный уровень. Да. Ну, на этом все. Следующий уровень должен быть битва с боссом. Так что, увидимся там. Посмотрим, как пойдет. Ну, а сейчас спасибо за просмотр и всего хорошего.